скажите, Крым ваш? Крым? Ну, ну, наш, исторически он наш, да. А сейчас он ваш? Сейчас? Ну, конкретно мой ли он или нет, ну, он тех людей, которые там живут, а пусть они тоже, опять же, сами решают, как им там хорошо, где-где-где. Наш. Ну, не мой, это точно. Может быть, Крым их? Не мой лично, но в каком-то смысле наш. Чей наш? Наш, ну, чей же? Да, вы меня немножко смутили. Крым наш. А как же не Крым наш? Крым наш. А как же не наш? Крым, там наши родственники. Вот у него сестра там живет. Это, конечно, Крым изначально был наш. И пусть Америка даже не надеется лапу наложить. Крым – это территория, на которой живут люди, которые так же, как и все остальные люди, хотят быть счастливы. Я считаю, что и Украина, и Россия – это единый народ. Малороссы, великороссы и белорусы – это все одна дружная семья. И делать из этого, блядь, какую-то вот наш, не наш. Ну, ребята, ну нужно жить дружно, как говорил кот Леопольд. Поэтому... Я присоединяюсь к предыдущему оратору. Ребята, много плохого и много хорошего. Нужно получать удовольствие от жизни, наслаждаться, пока есть на это возможность. Войны пусть достанутся тем, кто хочет этим заниматься. Живите счастливо и будьте здоровы. Крым ваш? Не мой уж точно. Ну да. Ну отдыхать там круто. Я считаю так. Этот вопрос, на который я для себя, честно говоря, еще никак не ответил. Такой очень скользкий вопрос. Ну, скорее нет или скорее да? Скорее нет. Скорее нет. Не мой. Ну, это часть Российской Федерации. Крым. Я считаю, что вся земля — это одно целое. Как вы считаете, кто в России может спросить с Путина? Что спросить? Ну вот призвать его к ответственности, кто может? Путина? Да. Ну, только, наверное, народ. Да, ну, сначала уточните конкретно за что. Вот, например, он что-то сделал неправильно, предположим, или сделает. Кто его может призвать к ответу? Есть такие люди? Ну, если честно, сложный вопрос, на самом деле. Ну, что-то неправильно тут, видимо, решит уже история. Вот, а есть ли в России такие люди? Ну, вообще народ всегда, народ, так сказать, хозяин власти. Без комментариев. Так, кто призвать может? Народ. Все-таки есть у нас гражданский контроль есть, да? Гражданского контроля нет, но он появится рано или поздно, эволюционным путем. Есть хоть кто-то, кто может его призвать? Возможно, только наши граждане. Еще никто. Вот. А, ну что, собственно говоря, сказать? Это компрометирующий вопрос. А, у нас однозначно сильный президент. Нельзя сказать, что он во всех вопросах поступает правильно, но поступает по некоторым вопросам мудро. Не по всем, еще раз. Но есть за ним некоторые положения. То есть власть он держит и не дает ее брать тем людям, которым мы вообще не нужны. Это хорошо. Вот, есть за ним, конечно, грешки. А вот вы как считаете, он вообще за что-то несет ответственность? Ответственность? Вы знаете, мне очень удивляет тот факт, что он предоставил людям, живущим в нашей стране, абсолютную свободу делать абсолютно все, что человек хочет. Такого нет ни в одной стране мира. В нашей стране можно делать абсолютно все, что угодно. Что касается... У нас нельзя с плакатом к метро ходить. У нас? За это можно пару лет схлопотать. Ну нет, ну можно, но зачем там оскорблять кого-то, то есть, да, то есть есть... Не, не оскорблять, просто выйти, сказать, Путин, уходи с плакатом. Все, сразу 2 года улетел. Есть процедуры определенные законодательства, можно... Никто не согласует такие штуки. Нет, согласовывать, у нас можно провести митинг, там есть определенные условия, но с плакатом это уже не санкционировано. То есть там нужно заявить определенные вещи и выйти. И это делается, например, вот в Москве, там выходят люди определенного, там, ну там ограничения по количеству человек, чтобы там не было бардака и так далее, потому что Майдан, никто не застрахован, если у нас что-то начнется, то есть это будет
Нехорошо. Вы считаете, кто в России может призвать к ответственности Путина? И вообще, может ли кто-нибудь? Теоретически, конечно, да. Кто это такие? Кто это такие? Ну, значит, те, у кого есть претензии, скажем так. Не, вот высказать — это одно, а вот призвать к ответственности, чтобы он вот, например, он в чем-то ошибся, предположим, да? Вот может кто-то его призвать к ответственности? Или ему все по барабану, ошибайся, не ошибайся, не перед кем отвечать? Нет, ну как, в первую очередь перед избирателями, перед гражданами есть ему перед чем отвечать. То есть ошибся в чем? То есть речь идет о рамках закона или это... За 16 лет он в чем-то-то ошибся, я думаю. Не, ну наверняка все люди ошибаются, конечно, в том числе и президент страны. Только народ. Я полностью согласен с ней. А он может вообще его призвать-то к ответственности? А если захочет, то да. Путина вряд ли. Нет. Я воздержусь. А должен быть такой человек или организация? Думаю, да, должен. Нет. Никто его, да, не может призвать? А должен быть кто-то? Нет. То есть пускай вот он самый умный и сам все решает за нас, да? Пусть решает умный, если кто-то достаточно умен, чтобы... А если он не умный? ...действовать. Если человек не слишком умный, чтобы воздействовать и принимать какие-то меры, значит, он не готов к этому.